Тысячи людей протестуют на улицах городов Пакистана после ареста бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Его задержало агентство по борьбе с коррупцией. На разгон людей направили десятки военизированных формирований. Сообщается о гибели как минимум одного протестующего. Впрочем, жертв могло быть больше. Люди говорят, что полиция открывает огонь. Как видите, тут стреляют. Это не индийская граница, а город Квета. Ни в чем не повинных рабочих обстреливают пулями, а также пускают на них слезоточивый газ. Перед арестом влиятельные военные упрекнули Хана в том, что тот неоднократно обвинял старшего военного офицера в попытке спланировать его убийство, а бывшего командующего вооруженными силами в причастности к его отстранению от власти в прошлом году. Власти трех из четырех провинций Пакистана ввели режим чрезвычайного положения, который запрещает любые собрания в общественных местах. Между тем, сторонники Хана заблокировали основные дороги в ряде городов и штурмуют военные здания в Лахоре и Равалпинди, бывшей столице страны. Согласно опросам, Хан – самый популярный лидер Пакистана. 70-летний политик, в прошлом игрок в крикет, активно продолжает свою политическую деятельность. При этом в апреле 2022 года его отстранили от должности премьера после вынесения вотума недоверия в парламенте, а в октябре на его конвой совершили нападение. В то время он возглавлял марш протеста в Исламабад с призывом к досрочным выборам. Протесты охватили страну в непростой период. Пакистан пытается выйти из худшего за десятилетия экономического кризиса, который сопровождается небывалой инфляцией и вялым ростом.